Хамза Фалахат. Это состав Саудовской Аравии, которую тренирует аргентинец Хорхе Салари. Сборная Бельгии. Красные футболки, красные трусы. Еще за эту форму эту команду называют красными дьяволами. Ну, давайте посмотрим, чем закончится эта атака. Выходом 1-1. Удар по воротам. И счет становится 1-0. Это прекрасный проход 10-го номера Саида Авайрана. И счет в матче открыт. Вот так не успел я закончить перечислять стартовый состав Саудовской Аравии, как счет в этом матче открыт. Я обращаюсь к Георгию Ярцеву, к мастеру спорта международного класса, чтобы он прокомментировал это соло с мячом футболиста Саудовской Аравии. Знаете, игра началась с атаками вообще бельгийской команды. И вот одна из первых атак команды Саудовской Аравии закончила с голом. Очень свободно и легко нападающий из Саудовской Аравии Авайрам прошел к воротам бельгийцев. Никто практически жестко не вступил к ним в борьбу. Обыграл на последней линии Руди Смитса и мимо вышедшего из...